Джордан! Я не хочу умирать! Я не знаю, что мне делать. Джордан! Ладно, давай. Привет, Кейси. Меня зовут Джордан, слышишь? Я помогу тебе, Кейси, хорошо? Да, я знаю, сейчас я здесь. Я помогу тебе, милая. Да, хорошо, милая. Слушай, сейчас нам нужно... Ты не умрешь. Кейси, Кейси, ты не... Кейси, ты не умрешь. Кейси, мы найдем тебя, слышишь? Обещайте. Обещайте, что найдете меня. Я могу обещать тебе следующее. Тебя будет искать лучшая команда во всем городе, слышишь меня? Но чтобы мы смогли тебе помочь, тебе нужно помочь нам. Ты поможешь нам, Кейси? Кейси. Хорошо. 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 Первое, что тебе нужно, это осмотреть багажник. Спокойно, посмотри по сторонам. Тебе нужно найти рычаг для открывания. Он еще светится в темноте. Спокойно, ты его видишь? Нет, даже намека на рычаг нет. Хорошо, не страшно. В каком шопинг-молле тебя похитили? Фэшн-плаза. Фэшн-плаза, я знаю. Это в центре города, да? Хорошо, успокойся. Какая твоя фамилия, Кейси? Уэллс. Все, я вижу твои данные у меня на экране. О, смотри, ты козерог, как и я. А знаешь, что это значит? Что? Мы борцы. Мы родились, чтобы сражаться, Кейси. Ты будешь сражаться? Кейси, ты будешь сражаться? Хорошо, Кейси, молодец. Можешь описать мужчину, который тебя похитил? Он белый, черный, азиат. Да, и одет нормально. Хорошо, нормально. Это джинсы, кепка. Очки, очки. Очки, очки. Хорошо, приблизительный возраст. 20, 30, 40. 30, я думаю, чуть больше 30. Так, хорошо, 30. Какого цвета машина? Кажется, цвет красный. Или бордовый, бордовый. Так, бордовый. Хорошо, двух-четырехдверная? Четырех, хорошо, молодец. Кейси, ты борец, молодец, держись. Внимание всем постам. Похищена девушка в Fashion Plaza. Приблизительно 15 минут назад. Подозреваемый белый мужчина чуть больше 30. В четырехдверном бордовом автомобиле неизвестной модели. Потерпевшая находится в багажнике. Звонит с одноразового телефона. Определение местонахождения жертвы невозможно. Всем постам, код 3.